Демонстрация работы системы Dental for Windows на различных операционных системах. Первая операционная система – это стандартная Windows XP. Компьютер имеет следующие характеристики. Запускаем сервер. Запускаем клиент. Осуществляем вход в систему. Система Dental for Windows запущена. Следующая операционная система – это Ubuntu Linux. Компьютер имеет следующие характеристики. Клиент будет работать с сервером, запущенным на первом компьютере. Запускаем клиент. Осуществляем вход в систему. Система запущена. Следующая операционная система – это Mac OS X. Компьютер имеет следующие характеристики. Клиент также будет работать с сервером, запущенным на первом компьютере. Запускаем клиент. Входим в систему. В качестве демонстрации работы системы мы создадим нового пациента. Вводим фамилию, имя. Вводим дату рождения. Ведущего врача. И источник информации о клинике. Мы можем посмотреть амбулаторную карту, попробовать распечатать титульный лист. Для проверки работы системы попытаемся найти созданного пациента на остальных клиентах. На клиенте под Linux. Производим поиск. Пациент найден. На клиенте под Windows. Пациент также найден. Для запуска клиента на операционных системах Linux и Mac OS X использовалось бесплатное программное обеспечение Wine.